Всем привет, всем добрый день. У меня начинает опять цвести малина. Скоро у меня будет опять малину буду собирать. Но у меня ее много нет, но немножко мне на завтрак или там Сабринке на завтрак в овсяные хлопья добавить. Малинка будет свеженькая. Так у меня есть замороженная. Ну, а так, когда своя малина есть в огороде, тогда я иду, срываю там буквально 10 ягод и на завтрак. Я собираюсь на почту, чтобы отправить вам всем посылки. На улице у нас сегодня пасмурно, с утра моросил дождь. У нас сейчас 19 градусов тепла. Вот представляете, погода в Германии. 19, вчера было, сколько вчера было? 24, по-моему, 25 самая высокая температура была вчера, а сегодня 19. Видите, вот малинка цветет. Скоро будем опять ягодки собирать. Сегодня я буду собирать урожай помидор. Вчера вечером собрала огурчики. Я вам каждый день не снимаю урожай моих огурцов. У меня большого урожая нет, но мне, в принципе, хватает на салатики. Я сегодня вижу, что там уже тоже можно несколько огурчиков будет свеженьких сорвать. А те огурцы, которые у меня, смотрите, туда на елку. На елке вьются, на елку закрепились. Там тоже у меня есть огурчики. Сейчас вам покажу. Но все равно, смотрите, на улице потеплело, и, по крайней мере, огурчики начинают расти. Вот этот сорт, девочки, я не знаю, я не помню, как он называется. Я его покупала, и последний, который досаживала, который упаковка семян стоила 5 евро. Кто смотрит меня на постоянной основе, должны знать, что за сорт этих огурцов я здесь тогда сажала. Когда мне говорили, поздно сажаешь, уже не вырастут, вот, все прекрасно растет. А вот огурчики, которые у меня на елку поднимаются, которые расти у меня будут на елке. А здесь у меня ежевика растет. Я тоже ее не стала вырезать. Думаю, пусть ягодки же. Ежевика же, она тоже вкусная ягодка. Вот видите, вот еще огурчик. Мне сказали листья пожелтевшие убрать. Это уже вторая волна пожелтевших листьев. Я уже первую срезала. Позавчера как раз срезала. Ну, при такой погоде огурцы выглядят, конечно, плачевно. Хотела же вам с самого утра сказать. Что-то вылетело с самого утра. Вчера вечером я дозвонилась до Праксиса, я не ездила к ним. И я подумала, если я дозвонюсь до них, то значит я не поеду. А если вдруг не дозвонюсь, то поеду, естественно, узнаю насчет своих анализов. Дозвонилась с третьей попытки. Она посмотрела мои анализы и сказала, что... Ну, короче говоря, то, что было понижено, но повышается. Поэтому мне назначили еще контрольный анализ через 6 недель. Я сразу записалась к врачу на анализ, и это будет 3 сентября. Пойду еще раз давать повторные анализы. Ну, немножко так душа успокоилась, что, по крайней мере, я помню, я на тот момент как раз болела. Помните, я говорила, что у меня внешне не видно было, что я болела, или болею, а внутренне... Когда у меня все суставы опухли, я как раз в этот момент издавала кровь. Наверное, вот это вот и повлияло на анализ крови. Но это я так предполагаю. Но самое главное, что показатели повышаются, и это уже хорошо. Все, поехали. Сдадим посылочки. Я знаете, что сегодня хочу приготовить? Я сегодня хочу приготовить... Сейчас скажу. Курочку по-еврейски. Володя очень любит. А я бы кусочек такого мяса тоже съела. Но я вот Володе еще сделаю картофельное пюре. К ней, конечно, идеально подходит рис. Но Володя рис не очень любит. А так как я сейчас готовлю практически только для одного Володи, потому что Сабрина себе сама готовит. Она там... Не ест все подряд. Но такую курочку, я думаю, что она тоже поест. Володе я сделаю картофельное пюре, а себе просто курочку, а Сабринка и салат. Ну, а Сабрина, может, тоже мясо и салат поест. Поэтому сейчас отправлю посылки, заеду еще в магазин и куплю свежую, свежие куриные окорочка. Чтобы свеженькое приготовить, из свеженьких.
Ну, в принципе, и все. Девчонки, сдала все ваши пакеты, ждите. Потому что те, кто ждет косметику, они прям хотят, чтобы она очень-очень быстро пришла. Я вас прекрасно понимаю. Сейчас она мне говорит здесь. Вам, говорит, на один цетель, говорит. Ну, я потому что сколько, 4 посылки сдавала. Вам, говорит, на один цетель пойдет? Я говорю, да, мне можно на один цетель. Ну, вот. Вы распечатывает. И смеется. Говорит, ой, говорит, получилось на 4. Я говорю, ладно, не страшно. Мне, в принципе, все равно. Потому что сейчас вся информация все равно приходит на электронную почту. Так, девочки. Я уже в группе сказала. Еще раз хочу сказать здесь. Все, кто что-либо заказывает, я имею в виду БАДы, ну, я имею в виду спирулину, омегу драй, там, железо, расторопшу. Когда я что-то отправляю, когда я информацию отправляю в группу, это не я пишу информацию, это даже не девочки, которые кураторы. Это пишут всю информацию специалисты, которые делают, ну, специально разработку на этот товар. Они делают все, что в него входит, состав, кому можно принимать, кому нельзя. Они пишут, от чего, для чего. Каждый читает и делает сам для себя выводы. Мне написали в комментариях: Таня, ты уверена, что тебе можно принимать спирулину, если у тебя пониженная, если у тебя щитовидка? У меня пониженная функция щитовидной железы. У меня как раз был термин у врача. Я вам рассказывала, я у него спросила. Он посмотрел, сказал, можно, принимайте. Пожалуйста, каждый для себя ищет информацию сам. По поводу, кому надо принимать железо и кому не надо принимать железо, я не могу вам дать такие советы. Или кому да можно принимать, вернее, не, даже не советы, рекомендации. Я же не врач, вы же основываетесь на свои какие-то анализы. Зачем, например, принимать человеку железо, если, например, у него железо в норме? Вот у меня, например, железо в норме. Мне не надо принимать железо. Вот у Карины, например, железо пониженное. Она заказывает себе железо для приема. У Сабринки пониженное железо, например. Она тоже пьет железо с витамином С. Поэтому кому что подходит и кому что не подходит, я не могу здесь давать такие рекомендации. Я же не врач. Девочки, вот мне сегодня такое пришло сообщение в личные. Говорит, Таня, ты, говорит, немножко неправильно делаешь. Ты, говорит, отвечай так, Google вам в помощь. Если, говорит, вы идете к врачу, и врач вам дает там, говорит там, то-то, то-то, то-то. Вы домой приходите, что первым делом делаете? Залазите все в интернет и читаете информацию, правильно? Я делаю так. Я получила анализы, к примеру, я еще не сходила к врачу, я еще ни с кем не проконсультировалась, да, я только получила эту бумажку. Я первым делом лезу в интернет и смотрю, что же мне там интернет скажет, что там у меня плохо, что там у меня хорошо. Делаю для себя выводы. Потом иду, спрашиваю у одного врача, потом иду еще у другого врача, спрашиваю. Я делаю это чисто для себя, это моя работа, я это, ну, мне так надо, я тогда себя более уверенно чувствую, понимаете? Поэтому открывайте интернет, читайте, там в интернете тоже вся информация есть. Кому что можно принимать, кому нельзя. Сейчас мне написали, Таня, я думаю, ты не обязана, ну, у нас там просто одна девочка, для тех, кого в группе нет, одна девочка заказала спирулину, а у ней повышенная функция щитовидной железы. И так как мы выяснили, что ей, скорее всего, она просто не нужна, потому что у нее и так йод повышенный, ей его еще повышать не надо. И она теперь в шоке. Она же заказала эту баночку спирулины. Можно, говорит, я тебе верну эту спирулину, я ей типа еще не пользовалась, я ее не открывала, а ты мне вернешь деньги. Я написала, да, пожалуйста, присылайте мне. Естественно, я за пересылку платить не буду. Это не моя ошибка, это ваша ошибка. Когда я делаю ошибки, я свои ошибки исправляю сама. Сегодня мне вернулась, например, одна посылка. Главное, тоже знаете, как вернулась? Позвонили в дверь, бросили посылку около дверей, я открываю. Сначала подумала, мне пришла, ну, еще одна посылка, ну, с косметикой.
Потом читаю, там девочка, которую я вот на этой неделе отправляла ей посылку. Я думаю, что они с ума сошли, зачем они мне ее обратно принесли? Ни бумажки. Ну так, знаете, да, когда ДХЛ, это Хермес был, когда ДХЛ отправляешь, у них там написано там вес большой, там перебор с весом или там коробка не соответствует. Как-то, а это вот просто бросили посылку и уехали. И я стала думать, что же это такое. Ну и в результате я поняла, что скорее всего у меня коробка больше, чем этикетку я распечатала. Там же тоже все по размерам. Но я, естественно, написала этой девочке, сказала, извиняюсь, так получилось, моя ошибка, я заново отправлю пакет. Отправила пакет, между прочим, сейчас отправила пакет. Переложила в коробку поменьше и отправила. Она мне пишет, Таня, я тебе деньги за пересылку верну. Нет, не надо, это моя ошибка, это я ошиблась. Надо было лучше смотреть на коробку. Поэтому, если кто-то... Косметику я брала... Все, что вы заказываете, у меня нет такого, что если кому-то что-то не понравилось, вы можете вернуть. Это один-единственный случай, потому что, ну, ей, скорее всего, действительно не нужна эта спирулина. У меня Карина хочет спирулина. Я просто эту баночку спирулины Каринке отдам, и все, без проблем. Поэтому эту спирулину мне можно выслать, я ее заберу без всяких, ну, без проблем. Единственное, что говорю, что почту я оплачивать не буду. Ну, почтовые расходы. Поэтому, как сказала одна моя подписчица постоянная, которая на постоянной основе, она меня смотрит, мы с ней общаемся, в приватной сфере мы с ней тоже общаемся. Она сказала, Google вам в помощь, так что все, пожалуйста, читайте. Всю информацию я оставляю в группе. В основном девочки заказывают через группу все заказы. Поэтому информируйтесь. Информируйте себя лучше, что вам надо, что вам не надо. Это не говорит, что если я сейчас себе заказала эту спирулину, что она всем нужна. Мне она нужна, вам может быть нет. И про всех я правда не знаю, кому что надо, кому что не надо. Так что вот так как-то. Все, я сейчас поехала быстро в магазин, заеду, куплю куриные окорочка, куплю, наверное, еще капусты. Давно уже капусту не тушила, ничего не делала. И может быть завтра тогда потушу капусту. А сегодня сделаю куриные окорочка. А девочки, не знаю, говорила, не говорила, я на конгресс не поеду. У меня сейчас сильно большой объем работы, а перед отпуском я что-то и так уже почти не успеваю. Мне нужно прям много поработать. Я уже даже не успеваю вам снимать мои заказы, которые с вышивкой. Я уже только так избранные снимаю, потому что мне, ну, кое-кто мне пишет, боже, какой ребенок красивый. О, господи, боже мой. Такая кукла. Прям волосы аж на красные. Рыжие-рыжие. Кучерявые такие. Здесь просто детский сад. И я хотела бы, ну, во-первых, очень сильно далеко. Гостиницу еще нужно. Гостиницу, по идее, нужно было заранее заказать. Я сегодня утром посмотрела. Гостиница, там прям есть один номер, прям как будто меня ждет. Прям как будто ждет меня. Но у меня планы могут еще и поменяться. Я могу и решить за 2 часа. Поэтому, ну, скорее всего, я не поеду. Потому что если я проезжу выходные все, а это будут все полностью 2 дня выходных, у меня уйдут на эту поездку, то работать мне, правда, будет некогда. Я уже поговорила с девочками, со своими кураторами, они сказали, что во Франкфурте тоже проходят такие конгрессы. И вот когда будет во Франкфурте, здесь Франкфурт у меня рядом, 70 километров, во Франкфурт вот я поеду обязательно. Там даже гостиницу не обязательно заказывать, можно съездить и вернуться обратно. А так это 3-4 часа, какой 3-4, 4-5 часов только дороги, ну, это много. Так что я хочу в этой сфере остаться. Мне нравится их продукция. В общем, мне в принципе нравится все. Поэтому я думаю, мне еще не поздно будет куда-то съездить. А сейчас я же только начала. Боже мой, у меня еще месяца нет, я там еще месяц не нахожусь.
Поэтому я еще все успею. Хотя вы мне все, вот буквально все, по-моему, только было один, комментарий, где мне сказали: Таня, ну типа не надо, успеешь. А так мне вот все комментарии: да, езжай, да, езжай. И это классно. Ну да, я знаю, что это классно. Но у меня еще есть 10%, которые не определились еще до конца. Видите, я уже у нас в деревне. У меня что-то прям вот этот глаз сегодня слезится. Не получилось купить только куриные окорочка. Ну, ножки я в этот раз куриные взяла. Молоко одно такое, одно такое. Я всегда, если попадаю в магазин, я беру так, знаете, на всякий случай. Ну, не на всякий случай, а про запас. Слоеное тесто. Тесто для пиццы. Лук и картошка. Девочки, смотрите, какая картошка. Знаете, что хочу? Просто в мундирах. В мундирах с растительным маслом и сверху солью, крупной солью посыпать. У меня нет ароматного масла. У меня есть только оливковое, но я не люблю картошку такую с оливковым маслом. Так что я просто с подсолнечным. Но у меня нет подсолнечного масла холодного отжима, чтобы было такое с запахом. Но я с любым люблю. И капусту. А, я взяла Володе еще ремолады. Не знаю, что-то он в последнее время не говорил, что у него заканчивается. Может, он его сейчас уже не использует, не знаю, он же сам себе делает завтраки. И все, 20 евро заплатила там с копейками. Теперь едем домой готовить ужин для любимого мужа. Я, девочки, пришла за помидорчиками. А то моим кустикам уже тяжело держать. Так что будем сейчас собирать помидоры на салат. Потом пойдем за огурцами. И я вам покажу вот с этих вот, что у меня тут, вот три кустика вот этих вот помидорок. Видимо-невидимо, но их действительно видимо-невидимо. Так, что-то я это подвязала, а вот это, эти пока оставлю. Девочки, заказывала этот сорт помидор на eBay у нас. Это еще было когда? Ну, по весне когда-то я заказывала. А вот это балконное чудо. Тоже заказывала на eBay. Так, все, наверное, здесь больше не буду. Больше не буду, больше нет. А так можно было бы еще, конечно, сорвать. Нет, на салатик хватит. И здесь у меня еще желтый есть. Тоже сорвем. И будет у нас красивый, прекрасивый салатик. И огурцы нам еще нужны. Ну все, смотрите, на свеженький салатик все у меня есть. Сейчас будем делать. Я уже на кухне, девочки, я уже здесь сейчас наревелась. Прям действительно наревелась, да? Посмотрите, сколько я лука начистила. Вы знаете, почему я теперь плакала, тут рыдала. Два раза умывалась. Наверное, сейчас в зеркало посмотрела, думаю, господи, хоть глаза у меня. Ну я как, я не конкретно так умывалась. Я кухонным полотенцем вытирала глаза. Под глазами у меня было все размазано, приразмазано. Я надеюсь, что я все вытерла, что у меня теперь нет размазанных глаз. Естественно, я ресницы больше не подкрашивала, уже теперь такая, какая я есть. Так, готовим ужин. Шикарное блюдо, простое, вкусное. И готовится на раз-два-три. Вашего участия практически не надо. Самое главное, нарезать лук. Ну и поплакать, естественно. Так, картошка у меня варится. Я поставила картошку варить в мундир. Потому что сама, я вам сказала, прям очень сильно хочу картошку в мундир. Еврейские блюда все готовятся на
сливочном или топленом масле. Вот такое вот. Топленое масло на сковородку. Ой, это не та мне плита. И отправляем лук. Луку должно быть много. Такого лука потом в конце блюда не будет. Этот лук превратится в соус. Но кто меня давно смотрит, знает это блюдо, потому что уже многие готовили. Девочки, кто готовил, пишите в комментариях. Ну, просто-напросто я знаю, что... Ой, у меня что-то попало. Стоп, стоп, стоп. Я что-то плакала наполовину, когда лук резала. Уже девочки часто мне писали, что... Ну, я довольно-таки часто делаю это блюдо, потому что, ну, я сказала, делается на раз, два, три. В принципе, ничего особенного не надо. Такие продукты есть дома у всех. Сливочное масло, лук и курочка. Курочку я заранее посолила, поперчила и присыпала моей любимой приправой. Все, она стоит, ждет своей очереди. Картошка варится. Моя приправа это вот это. Сейчас я вам покажу. Это вот это. Ну, меня всегда спрашивают. Сразу покажу, чтобы не спрашивали. Покупала на Амазоне. Девочки, а я сказала, наверное, про помидоры. Потому что у меня в каждом видео кто-то спрашивает, а помидоры видимо, невидимо, вы где покупали? На Идее. Так, когда лук у нас побелеет, когда такой станет, не побелеет, а такой станет как более прозрачный, ну, это буквально через 3-4 минуты. Пока жарим лук. Смотрите, лук мой уже даже начал жариться. Но это я немножко отвлеклась. Что делаем теперь? Берем пол чайной ложечки соды. Можете взять на Трон, у кого нет соды, да, кто в Германии, или соду в русском магазине, или на Трон во всех больших супермаркетах. Пол чайной ложечки. И все перемешиваем. Смотрите, как начнет менять цвет наш лук. Он сразу становится таким желтым-желтым. Сода в этом блюде совершенно не чувствуется. Видите, какой желтенький лук стал? Так, что делаем дальше? Берем наши окорочка, курочку, у кого что, и выкладываем. Воды больше ничего не добавляем. Просто сверху курочку на луковую подушку. Закрываем крышкой. Ставим средний нагрев. У меня из 9, я 5,5 поставлю. И ставим на 20 минут. Первые два, у меня 22 получилось, не страшно. Первые 20 минут прошли. Что мы теперь делаем? Мы берем теперь каждый кусочек мяса, каждый кусочек курочки, просто переворачиваем. Видите уже, какая кашица с лука получается? Потом просто получается такой вкусный-вкусный луковый соус. И поэтому, когда это блюдо готовлю, я, например, я уже, естественно, никакого соуса... Я уже никакого соуса дополнительно не делаю. Что-то я уже охрипла. Все, вот так переворачиваем. Все, закрываем крышкой. И еще на 20 минут. Все, прошло еще 20 минут. Вот такое у нас аппетитное блюдо получилось. Я сварила картошку в мундирах, поэтому... Пюре не будет, пюре отменяется. Будет картошка в мундирах с курочкой. Ну вот такой у нас сегодня обед-ужин получился. Всем приятного аппетита. А на этом я буду с вами прощаться. Всем пока-пока и до завтра, мои хорошие.